лидеры меняются сами, приходя в сообщество, проявляясь как лидеры, наши педагоги меняются сами, и как следствие они меняют, конечно, среду вокруг себя. По крайней мере, точно меняется атмосфера, она становится более доброжелательной, более живой, более жизнеспособной, я скажу. В этом году это не просто школа, это целый проект, который мы создали вместе с Советом сообщества, и сделали это не просто так. Для нас важно, чтобы на школу лидеров попадали не только те, кто у нас уже в сообществе, не только те, кто проявил себя как лидер, а те, кто является активным участником, кто знает об университете детства, у кого есть потенциал к дальнейшему развитию. На этой школе мы создали все условия для развития профессиональных компетенций участников, для развития их креативности, для того, чтобы они узнали много новых форматов, которые помогут им не только в своей профессиональной работе непосредственно в детском саду, но и при работе в сообществе, когда организуются мероприятия, когда приглашаются другие педагоги, происходит обмен опытом и завязываются новые отношения, новые связи. А как раз на этом и строится и наше сообщество. Сообщество «Университет детства» мотивирует педагогов к развитию, поддерживает их на этом пути, делает этот путь, мне кажется, более комфортным, легким, увлекательным, интересным для самих педагогов. То есть наполняет их такой радостью жизни, которую педагоги необходимо транслировать детям, чтобы наши дети тоже росли счастливыми.